Талибы заявили, что, если Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, все будет хорошо. Члены движения «Талибан», террористическое движение, деятельность которого запрещена в России, заявили о том, что полностью гарантируют безопасность российских дипломатов на территории Афганистана, при условии, что российская сторона не будет вмешиваться в ситуацию на территории страны. На данный момент талибы успешно захватили власть в Афганистане и дали возможность иностранным военным и дипломатам покинуть территорию страны в ближайшие часы, также гарантировав их безопасность. Боевики заявили о том, что любое противодействие выльется в мощный ответ. По ряду данных, к текущему часу в Кабуле и окрестностях афганской столицы могут находиться до 25 тысяч талибов. Российская сторона, в свою очередь, ранее подчеркнула, что не намерена вмешиваться в ситуацию на территории Афганистана, так как это суверенное государство. Это, очевидно, подразумевает заинтересованность России в том, чтобы талибы не создавали дополнительную напряженность на границе российских союзников. Ранее российская сторона оказалась единственной, которая отказалась эвакуировать своих дипломатов из Афганистана, подчеркнув, что в этом нет необходимости.